Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень вкусный и сытный завтрак или перекус, который непременно придется вам по вкусу. Для него мне понадобится слоеное дрожжевое тесто. Его нужно раскатать и разрезать на небольшие прямоугольники. Далее лист смазываем растительным маслом. Отправляем тесто. Затем соус. У меня кетчуп и майонез. Далее отправляем начинку. У меня сегодня копченая колбаса, вареные яйца, обжаренный лук, маринованные огурчики и сыр. Отправляем заранее разогретую духовочку до 180 градусов примерно на 15 минут. И вот такая румяная вкуснятина уже на вашем столе. Всем приятного аппетита!